В зале Дома культуры и молодости собрались люди разных поколений, а также представители разных профессий – учителя, воспитатели, бухгалтера, операторы машинного доения, журналисты. Собравшихся поздравил глава администрации муниципального района Ахат Кутлуахметов. Неудивительно, что замечательный праздник, Международный женский день, приходится на начало весны, когда природа находится в преддверии возрождения, рассвета и обновления. И это понятно. Ведь для всех нас этот день является символом материнства, воплощением всего самого доброго, светлого и прекрасного на земле. Сегодня мы все больше понимаем, насколько важна и велика роль женщины в современном обществе. Все шире раскрывается потенциал ее возможностей. Как бы далеко не шагнуло человечество в прогрессе, никогда не обесценится материнское слово «забота женских рук». Главными и почетными гостями мероприятия, несомненно, были многоуважаемые ветераны. И самым трогательным моментом праздника стала церемония вручения юбилейных медалей к 70-летию Великой Победы. Награждение участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла зал встречал стоя, бурными аплодисментами. Сегодня на хрупких плечах женщин лежат не только домашние заботы и воспитание детей. Женщины проявляют высокие профессиональные и деловые качества, активно участвуют в социально-экономическом развитии района. Так, за многолетний добросовестный труд три работника агропромышленного комплекса награждены почетными грамотами Министерства сельского хозяйства. Более 20 специалистов разных сфер деятельности получили почетные грамоты администрации района. Еще одна сохранившаяся традиция, проводимая в преддверии 8 марта, это вручение премии имени Героя социалистического труда Шавали Вахитова. Награду в этом году удостоена оператор машинного доения СПК «Искра» Гульчачак Халитова. Ей вручен диплом и денежная премия. Много добрых слов и пожеланий прозвучало в этот день в адрес дорогих женщин, уважаемых коллег, любимых мам и бабушек. Свои выступления виновникам торжества подарили и лучшие творческие коллективы Куиргазинского района.